Ir Хана Сунельникова из Украины. В конце тренировки обычно делаю импульсные упражнения, которые хорошо добивают мои ягодицы. Это такие упражнения, как воздушные приседания и прыжки-ножницы. Иногда делаю без веса собственным телом, в зависимости от того, какая была по интенсивности тренировка. А иногда и с весом. Подожди, объясни импульсные, это типа взрывные? Взрывные, да. К сожалению, не все любят эти упражнения, но я их люблю. В общем, прыжки-ножницы выглядят вот так. А я запомнил. Ты запомнил? Да. Ну, сейчас покажу. Вот это, да? Да, здесь. Мощнее. Слушай, ну дыхание забивается сразу. Это полезно. Для недовольного отклика. Выглядит это очень просто. Садимся попой поглубже и с этого положения выпускаем вверх. Ага, я понял. Для более продвинутых можно делать шванги на плечах. Ну так, ладно, попрыгали дальше. Напомни, с ними же, да? Одну просто берешь руки вот перед собой. Ага, так. И? И поглубже садимся. Нам же нужно ягодицу прорабатывать. И все это движение вниз и вверх. Вниз и вверх. Непривычно. Да, ну. А это больше для разгрузных подходит. Либо хорошо разогретые. Наверное, больше всего меня раздражает в людях, наверное, отсутствие каких-то вот понятий, что ли, человечности, то ли это страх. Я даже не знаю, как это определить одним словом. Я не люблю, когда люди, допустим, что-то обещают и не выполняют. Да? Либо человеку просто тяжело сказать, допустим, там, извини, я не могу, там, допустим, прийти на тренировку, да, я там переношусь на работу. То есть необязательность, да? Да, вот какая-то такая необязательность, и это очень сильно раздражает. Почему? Потому что, ну, я всегда стараюсь, если мне что-то не нравится, либо какие-то события идут вразрез с моим там личным целям, моему времени, я всегда скажу человеку, позвоню, предупрежу. Ну, то есть я это называю человечностью, отношусь по-человечески. У меня не получается, я позвонила, предупредила, ну, то есть вот так. А, к сожалению, очень много людей как-то поступают абсолютно противоположно. Вот, почему-то считают, что не предупредила, ну ничего страшного, не пришла, ну да ладно. Пообещала, не выполнила, тоже ничего страшного. Как бы я от этого действительно не умираю, но это меняет впечатление о человеке, ты уже начинаешь по-другому относиться к этим людям. Ну вот, ты приходишь ко мне и говоришь: «Дон Корлеоне, я хочу справедливости». А ты просишь без должного уважения. Ты не предлагаешь дружбы. Тебе и в голову не пришло назвать меня крестным. Хочется все-таки больше какой-то коммуникации и диалога. А его сейчас как-то, ну, мне его кардинально не хватает. Да? То есть я люблю, когда со мной говорят, когда человек, если что-то идет вразрез его планов, он просто хотя бы элементарно скажет: «Извини, не могу». То есть окей. Я все понимаю, всякое бывает, но самое ужасное — это вот это молчание для меня лично.
Я признаюсь честно, я не хотела быть кем-то конкретно. То есть, наверное, я была в поиске. Вот, но четко помню тот момент, который стал переломным в моей жизни. Это было лето. Я лежала в своей комнате на своей любимой кровати. И думала о том, что я не хочу быть такой, как все.